بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي سيوستر мы продолжаем наши уроки посвященные вопросам убеждений вопросам идеологии И на этом уроке мы немножко поговорим о единобожии. Ранее мы говорили о доказательствах и существовании Бога и привели два доказательства разума, привели два неопривержимых и очевидных доказательства существования Бога. Но дело в том, что священный Коран уделил этому вопросу минимум внимания. Практически можно сказать, что вопросу существования Бога Коран практически не уделил никакого внимания. И смысл этого, значение этого мы можем наблюдать и понимать из истории человечества. Если мы обратим свой взор на историю человечества, то заметим, что на протяжении всей истории человечества все общества были убеждены, всегда, во все времена были убеждены в существовании Бога. Не было ни одного общества, ни в один из отрезков времени, когда человечество сомневалось бы в этой истине. Поэтому этот вопрос не является ключевым и основным и центральным в исламском учении. И максимум, что можно обнаружить максимум, что может на однозначного обнаружить в священном Коране, что было бы посвящено данному вопросу, то есть вопросу доказательства Бога, это следующий аят. В священном Коране сказано «Ам хулику мин ин, ам хумул Они что, созданы без причины, возникли сами по себе? Или, может быть, они сами являются создателями небес и земли? Может быть, они сами Сами люди создали небеса и землю. Нет, ни в коем случае они из тех, у кого нет убежденностей, они следуют за сомнениями. Это единственный аят, который недвусмысленно указывает и говорит о доказательстве существования Бога. По крайней мере, этот аят можно использовать как доказательство существования Бога каких-либо других стихов в Священном Коране, посвященных данному вопросу, мы не обнаруживаем. И это обусловлено тем, не только тем, что во времена неспослания Священного Корана то общество, в котором было неспослано впервые это откровение, то общество не сомневалось, не сомневалось в существовании Бога. И это на самом деле так. И об этом говорят некоторые из аятов Священного Корана. Например, в Священном Коране сказано если ты спросишь у них, то есть у многобожников, у мекканцев, у арабов, многобожников, кто не посылает дождь, из небес и оживляет с помощью этой воды землю после того, как эта земля была мертва. Они скажут «Ля То есть они отвечают, они ответят тебе на этот вопрос, что Аллах – единый Бог. Также другой аят если ты спросишь у них кто создатель небес и земли кто подчинил солнце и луну они ответят что Аллах или же другой аят священного Корана Ва я буду на минду они поклоняются наряду с Аллахом наряду с единым Богом тому что они приносят им ни вреда ни пользы эти и другие аяты ясно дают понимание, что вопрос существования Бога, вопрос доказательства существования Бога не является центральным и значимым для исламского учения и священного Корана. И обусловлено это тем, что человечество так устроено, человек так устроен, что он не сомневается в этой истине, и существование Бога является истиной, неопровержимой истиной. Здесь вы можете задаться вопросом, как же так, ведь мы довольно-таки часто встречаем людей, которые являются противниками религии, являются противниками того или иного религиозного учения, христианства, ислама или какого-либо другого религиозного учения. Мы встречаем людей, которые называют себя атеистами. Но дело в том, что если мы Попытаемся докопаться до истины, и мы обнаружим, что даже это небольшое количество людей, называющих себя атеистами, даже они, даже они веруют в существование Бога. Например, в священном Коране сказано, что когда такие люди, которые сомневаются в существовании Бога, оказываются в какой-либо трудной ситуации, когда они сталкиваются с неразрешимой проблемой, которым не находят никакого выхода. Они не находят никого, кто мог бы помочь им в разрешении этой проблемы, то они с совершенной уверенностью обращаются к единому Богу, прекрасно понимая, что есть тот, кто, несмотря на то, что он столкнулся, этот человек столкнулся с неразрешимой проблемой, есть тот, кто может помочь ему в этой проблеме. Он находит убежище для самого себя. Таким образом, эти факторы и тот факт, что на протяжении истории мы не обнаруживаем в истории человечества ни одно общество, сомневающееся в существовании Бога, эти и другие факторы ясно дают понять, что вопрос существования Бога не является таким уж значимым, как хотелось бы представить этот вопрос некоторым, так как люди склонны к этой идее. В людях заложено это стремление к Богу, в людях заложено изначально познание и вера в Бога. Именно поэтому ислам, и не только ислам, не только священный Коран, но и другие откровения, и посланники Бога, пророки Бога, они в первую очередь свое внимание обращали к другим вопросам, не доказательствам Бога не утверждению того, что Бог существует, а другим вопросом, вопросом, касающимся атрибутов Бога, вопросов, касающихся того, каким является Бог, каков Он. И самым центральным и самым важным вопросом среди этих вопросов, в частности, в исламском учении, в кораническом учении, является вопрос единобожия. Единобожие это центральный вопрос исламского учения. В Священном Коране имеется небольшая сура, в котором говорится «Кульху Ахад» – «Скажи, что Он Бог воистину един». Имеется предание, согласно которому эта сура, эта небольшая сура, называемая сурой искренности или сурой единобожия, эта сура названа была Его Святостью Пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи, и алейхи и салям одной третью священного Корана, и как следствие, конечно же, одной третью всего исламского учения, всей исламской идеологии, всех исламских убеждений. Что это означает? Многие ученые в толковании этого предания утверждают, что это предание гласит о том, что та тема, которой посвящена эта сура, а именно тема единобожия, единства Бога, то есть монотеизм, является одной третью учения священного Корана. То есть одна треть священного Корана посвящена именно этому вопросу, вопросу единства Бога. И этому толкованию мы на самом деле находим объяснение, мы обнаруживаем, что в священном Коране и вообще в исламском учении этот вопрос занимает центральное положение. Например, в Священном Коране имеется огромное множество аятов, в которых утверждается эта истина. Например, в следующем аяте. В священном Коране неоднократно утверждается: Ля илляха Иллаллах» Нет. Бога, кроме единого Бога. Нет Бога, нет божества, кроме Аллаха. В некоторых других аятах говорится чуть иначе. «Ла илаха иллаху» – «Нет никого, кроме Него» кроме Аллаха, кроме единого. То есть использовано место имени собственного, использовано место имени. Или же в некоторых аятах говорит следующее. «Ла илаха илла, илла ант». В некоторых аятах говорится «Нет божества, кроме тебя». Опять-таки использовано местоимение. Или же в некоторых аятах также говорится «Ла илаха илла ана». «Нет божества, кроме меня». Сам Всевышний говорит о самом себе. Также использовано местоимение. Или же другой аят, сказано «Инна илляхакум лавахид» «Воистину, ваш Господь единый». Или же аят, ранее упомянутый «Ульху Аллаху ахад». Эти и множество других аятов, не говоря уже о преданиях от посланника Аллаха и самой сути, самом смысле исламского учения, все это подтверждает тот, ту истину, что единобожий, вопрос единобожия занимает в исламском учении центральное положение. Возможно, кто-то подумает, что этот вопрос был важен, имел значимость во времена пророка Мухаммада, алейхи, алейхи, алейхи. и это не безосновательное утверждение, потому что во времена его светлости пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи, и алейхи и салям, общество, в котором жил его светлость, было общество многобожников. То есть это были люди, которые брали соучастников Богу, приписывали ему соучастников, поклонялись идолам, были идолопоклонниками. И с этой точки зрения совершенно верно, что в то время этот вопрос имел значимость с учетом того, в каком обществе жил носитель и основатель этого, этой религии, носитель этого откровения Священного Корана. Но несмотря на то, что с тех пор арабы и многие другие народы приняли учение о монотеизме, учение о единобожии, но проблема единобожия все-таки до сих пор актуально. Дело в том, что единобожие имеет множество разновидностей. Некоторые из этих разновидностей на сегодняшний день приняты этими обществами, этими народами. И на сегодняшний день эти народы нисколько не сомневаются в некоторых видах единобожия. Но в некоторых других видах единобожия или же имеют мало познаний, или же имеют сомнения, или же на практике не практикуют. Поэтому нам необходимо в первую очередь коснуться разновидности Единобожия и в дальнейшем обсудить наиболее проблемные виды Единобожия. Вассаламу алейкум рахматуллахи ва